Зараз у нас керівник студії вільного танцю «Соната» Наталія Соняшкіна. Я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, щоб пояснити, чим ви займаєтесь, я просто скажу, що у вас танцітерапія, правильно? Так. Але людям треба більш детально пояснити, в чому вона полягає, в чому сенс, яка користь може бути від ваших танців. Ну, в нашій студії свободного танцю ми займаємося спонтанним танцем. Угу. И используем элементы танцевально-двигательной терапии. Я сама танцевально-двигательный терапевт, вот сейчас прохожу сертификацию, поэтому это новое направление психотерапии у нас на Украине. В Европе это очень развитое направление. Это направление используется буквально везде, в учебных заведениях, в заведениях для особенных деток, ну, практически везде. То есть, чем этот метод хорош? Он хорош тем, что человек через движение, через танцевальное движение получает доступ к своему эмоциональному состоянию, доступ к своим эмоциям, которые мы, люди, вот, живя в социуме, находясь в нашем социуме, где мы очень обусловлены, где мы закрыты, где мы часто бываем скукожены, блокируем свои эмоции, и мы не можем адекватно выразить свою радость. Мы не можем иногда в автобусе порадоваться, показать всем, что мы радуемся, правильно? Или огорчиться. Вот. И мы вот на наших занятиях через движение, через танец мы учимся чувствовать себя, чувствовать свое тело, чувствовать свои эмоции. И просто понимать, что такое есть человек. Ну, взагалі, мабуть, всі чули цю історію, що в Японії деякі співробітники, деякі компанії змушують виходити на середину вулиці, чули, так? І просто починати кричати, сильно кричати. Ну, я розумію, який сенс у цьому, щоб позбутися психологічних зажимів і відчувати себе більш вільно у колективі і взагалі в житті. Я думаю, що танці терапії це в першу чергу направлені більше на те, щоб позбутися психологічних зажимів і всього іншого. А які от випадки у вас бували на танці терапії, де ви допомагали людям? Може, якісь там проблеми? Були. Бо випадки у психології взагалі різноманітні. Деяких повзати треба було навчити, щоб вони якихось психологічних проблем, і це не жарт, психологічних проблем у дитинстві позбулися. От через танці це можливо. От які у вас були такі випадки, коли ви допомагали? Так. Ну, різні були випадки. Люди, які длительне время ходять ко мені. Человек через движение, через танец научается себя чувствовать, учится себя ощущать, выражать и быть свободным. Это прежде всего. И какие выпадки? Вот люди, которые ходят, они просто раскрываются. Они, учась двигаться, научаясь освобождать то движение, которое живет внутри, они учатся, соответственно, быть более уверенными уже, уметь себя презентовать, уметь себя показать. Умеют себя защитить. Люди учатся быть адекватными. Вот. А вот случаи, ну, какие случаи? Я даже не знаю, как так быстро сказать, какие случаи, но я наблюдаю просто, что человек раскрывается. Раскрывается через танец, через движение. Ведь танец – это такая интересная вещь, она присуща в культуре любого народа. Она присуща. То есть у любого народа есть свои танцы, свои народные танцы, свои исконные коренные танцы. И это все заложено в человеке на генетическом уровне. Вот часто люди говорят, я не умею танцевать. Ой, я так хочу, но у меня никогда не получится. Просто, да. А вот люди, которые к нам приходят, есть специальные техники, технологии, при помощи которых любого человека, любого даже самого умного мужчину можно растанцевать. Вот мы бачим кадры из вашей танцетерапии. От саме ці рухи, це просто произвольні, чи якось, це якась методика окрема? Это, да, это у нас небольшая разминка. Это когда каждый член нашего коллектива показывал свое движение, а группа повторяла, поддерживая движение. А, так, я разумею, да. Почему. И человек, когда видит, что другие люди повторяют его движение, он чувствует и понимает, что его принимают, его любят. Ну, такие разные моменты. Вообще на своих занятиях мы учимся двигаться. И мы через движение учимся понимать себя. И человек учится, ну как это сказать правильно, ну, мыслить и осознавать себя через категории движения. То есть, допустим, что такое человек держит равновесие? Человек, когда научится держать равновесие, он уже умеет быть равновесным в социальной жизни. Человек, когда знает, где у него верх и где низ, он тоже, ему это очень помогает быть
більш розкрутим, вільним. Да. Свободним. Человек, когда знает, где правая рука, где левая, что обозначает разное движение. То есть это все человеку помогает чувствовать себя, понимать себя. Вот таким образом мы познаем свое движение, свое тело на наших занятиях. Я чому питав про психологічні зажими, бо тому що я через щось подібне проходив. Я 2 місяці грав у театрі, і там, звісно, було, це була казка дитяча, а де казка, там, звісно, і танці, і пісні, і все інше. І я помітив, люди помітили, що я став більше спілкуватись після того, як тільки 2 місяці пограв у вашому театрі. Тобто такий був дуже швидкий. Я робив рухи, які раніше не робив, я робив танці, співи, які у реальному житті я б, ну, було якось соромно, ніхто б такого не робив. І тому, напевно, такий подход, такий фактор, він якось спрацьовує. На мене пішло десь 2 місяці. І люди почали самі мені казати, що я трохи змінююсь. А у вас, от скільки до вас треба походити, щоб, може, якихось так більш себе впевнено почувати? Да. Ну, сейчас мною розроблена програма, которая состоит из 10 занятий, для того, щоб чоловік навчився себе чувствовать і чувствовать своє тіло. Вот. Ну, это такая минимальная начальная программа, ресурсная. То, чтобы человек через движение, через тело, через танец почувствовал силу, интерес к жизни, к реальной жизни. Не к той жизни, когда мы презентуем себя через интернет, когда мы видим себя на экране, когда мы видим свои фотографии или что-то читаем, общаемся, а к реальной жизни, материальной, физической жизни. Це у нас заняття проходить 2 рази на тиждень чи 1 раз на тиждень? 1 раз в неділю. Занимаемся в чудесном месте, на Ленина 66 находится Центр развития человека, Центр развития семьи и человека, и вот там мы занимаемся. А ще отримати сертифікат і мати змогу от викладати такі танці терапії, скільки років треба навчатись, чи можливо у Миколаєві нас навчити цій методиці? Нет, у нас в Николаеве нет обучения. Я учусь 4-й год. Вот мы сейчас, наша группа будет сертифицироваться уже. Мы учимся при Европейской ассоциации танцевально-двигательной терапии Украины. То есть у нас в Киеве наш преподаватель Светлана Липинская, мы обучаемся у нее. Ассоциация приглашает разных преподавателей из Европы, приезжают, потому что Европа буквально, ну, наверное, на несколько десятков лет обогнала нас вот в этом движении и направлении. В Америке, в Европе очень развита помощь человеку через движение, через танец. Чудово. Дякую, що прийшли, дякую, що розповіли про танцітерапію. Мені як цікаво, я можу підтвердити, що дійсно це діє, хоча в мене була трохи інша танцітерапія.